мои хорошие, сегодня я буду готовить тефтельки из куриной грудки. Они готовятся быстро, несложно, и их очень любят детки. Они являются диетическим блюдом. Поехали! Для приготовления возьмем следующие продукты. 4 куриные грудки, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 1 штуку моркови, рис 1 стакан, томатная паста 1 чайная ложка, мука для обжарки, растительное масло 2 столовые ложки, соль, перец по вкусу, лавровые листья, душистый перец. Заранее помыла и отварила рис в подсоленной воде. Нарезала морковь и лук соломкой и обжариваю в чаше мультиварки на растительном масле до золотистого цвета. Чуть-чуть присаливаю. Порезала куриные грудки на средние кусочки и лук на 4 части. Добавила 4 зубчика чеснока. Прокручиваем мясо, лук и чеснок на мясорубку. Добавляю фарш, соль и приправу для курицы. Можете взять любую другую по вашему вкусу. Немного воды для сочности фарша. Затем отправляю к фаршу отваренный до полуготовности рис. Все хорошо вымешиваем руками и добавляем еще немножко воды. В обжаренный лук и морковь добавляю 1 чайную ложку томатной пасты и немного обжариваю до золотистого цвета. Затем беру 2 столовые ложки муки и добавляю к пассеровке, жарю еще минуты 2. Холодный литр воды или бульона и постепенно вливаем, хорошо размешиваем. Снова подсаливаем по вкусу и добавляем черный молотый перец. Пока наша подливка закипает, мы начинаем формировать тефтельки. Я ложку смачиваю в холодной воде, чтобы фарш не прилипал к рукам. Напоследок мы кладем лавровый лист. Закрываем крышку мультиварку и ставим в режим томления на 30 минут. Подаем наши сочные тефтельки со сметаной или любым другим гарниром на ваше усмотрение. Приятного аппетита!